Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр. И сегодня вместе с вами мы поиграем в игру под названием Die for Valhalla. Ну, я буду называть ее просто Valhalla, чтобы было проще нам всем. И в этой игре я играю за какого-то странного призрака, который может вселяться в абсолютно все объекты в игре. Будь то какие-то бочки, кусты, либо могилы персонажей, в которые я вселяюсь, персонаж воскресает и начинает рубить врагов. Звучит это все очень... непонятно, очень странно, но сейчас вы сами все увидите. Я уже немножечко попробовал, но начну, естественно, как всегда, с вами с самого начала. И режим у нас будет, пожалуй, обычный, потому что в хардкоре, если я один раз погибну, то это все, это пипец, это до свидания. И, в общем-то, сейчас нам нужно выбрать одного из четырех духов. Они все одинаковые по характеристикам. Эти характеристики со временем, я так понимаю, будут расти, но выберу я, естественно, лето. Сейчас лето на дворе, солнышко светит, поэтому да. Она будет дарить врагам солнце, ослепляющее солнце, которое будет их убивать. Звучит жутко, да? Сила добра или посланник зла? Достоин ли Valhallы или вечных мук? Мы будем наблюдать и лишь потом решим. Кто будет наблюдать? Кто будет решать? Я сам должен решать, умереть мне или жить. Ну да ладно. Обучение проходить я уже не буду, потому что уже все понял. Мы пойдем сразу же проходить нормальные обычные уровни. Поехали. Я сказал поехали. И помимо здоровья, атаки и прочего, что здесь еще можно прокачивать? Я не знаю. О, благородные валькирии, услышьте мой зов! О, благородные валькирии, придите ко мне! Видимо, я за валькирию играю. Наверное, за валькирию, да? Но валькирия в моем представлении выглядела всегда немного иначе. В общем-то, вот это валькирия. И я могу вселяться в одно из этих надгробий. Но сначала я вселюсь в бочку, потому что это забавно. О, я бочка. Бочка, правда, врагов особо бить не может. Она может взорваться и нанести урон. Хотя, стоп. А если попробовать немного по-другому? А, я могу поджигать все вокруг. Зашибись. Ну, а теперь надо выбрать какого-нибудь себе воина. Лучник, обычный воин, либо какой-нибудь берсерк с двумя топорами. Пожалуй, возьму я его. Он должен быть крутым. Давай, и пуха. Начинаем рубить врагов. Отлично, зашибись. Где враги? Я уже готов их разрубать. И кто вообще меня звал? На чей зов я пришел? И зачем? Неизвестно. Но я играю, наверное, за Энхерию. Да, воинов из Valhallы зовут Энхерии, если мне не изменяет память. Бежим вперед. Гном-воин, он такой зеленый, откуда столько зелени? Вот это он кричит, ладно? Кто из нас круче? Думаю, все-таки я. Ой, прости, это было слишком жестоко. Надо некоторым людям отойти от экранов, потому что впечатлительные люди могут впечатлиться слишком сильно. А что это я собираю такое? Это опыт? Да, я так полагаю, это опыт сверху слева. А если за деревом спрятаться? Все, меня нету. Ладно. А вкус можно вселиться? Нет? Вкус можно просто разрубить и восстановить себе здоровье, я так понимаю. Давайте восстановим немножко здоровья. Хотя воинов здесь очень много, и... если погибнет этот воин, я вселюсь в другого. В третьего, в четвертого, в пятого. Бочки буду, наверное, разрушать. Гном-копейщик. Оно куда длиннее, чем я думал. Да, все равно мне... как нефиг делать с тобой разобраться? Он даже поворачиваться не стал. Он даже не понял, кто его убил, что его поразило. А вы? Ну не разбегайтесь, вы же как крутые гномы. Вы так круто выглядели, лихо. Что, это шапка у меня появилась? Шапка на голове? Откуда она взялась? Так, опыт. Нужно бы собрать опыта побольше. Ничего не упустить. Это ведь опыт все-таки. Побежали, берсерк готов рубить все на своем пути. А если взять другого воина? Нет, другого брать не буду, потому что у этого есть шляпа. Есть шлем. Говорят, это ловушка, гном-траппер. Ну давай. И что будет? Это все? Так они сами в свои ловушки попадают. Ну не уходите. Они даже драться не хотят. Просто... это было больно. Просто ставят капканы. Ладно. Сердечко, мне нужно сердечко. Не хочу терять этого воина. Если он погибнет, придется заново вкачиваться. Да стой ты, блин, дурачок. Ну и смысл было бегать. Смысла в этом не было. Ладно, здоровье здесь почти везде валяется. Может быть, потом дальше будет сложнее, но пока здоровья мне хватает с избытком. Да, и друзья, естественно, как я мог забыть? Если игра вам понравится, не забывайте ставить лайки. 3000, и это следующая серия. Все как всегда. По классике. Хоть время и прошло, но правила не меняются. Правила всегда остаются теми же у меня на канале. Да. Ну и что, Ну, у вас у всех такие стрёмные лица. Такие суровые, злые и... я их боюсь, а потом оказывается, что бояться-то было нечего. Вот тебе и на. У страха глаза велики, а страха здесь нет. Я берсерк. Я готов идти в бой. Хочу поменять какое-нибудь оружие себе. Два топора, это, конечно, здорово. Но, интересно, что можно еще получить, помимо шляпы?
взять лучника может. Не. Кстати, когда я лишаюсь тела, играю за эту валькирию, буду называть их валькириями, потому что я пока не понимаю, как их звать, я тоже могу немного сражаться. Время ярости. Хотели добавки? Получайте. Ну давай. Хотел добавки. Они меня услышали. Ну и что эта добавка дает? Они даже ударить меня не могут. Просто лишаются голов один за одним. Жаль, что можно отрубить только голову. Если бы можно было отрубать еще и другие конечности, было бы, конечно, эпичнее. Мой любимый викинг. Убейте 20 врагов одним викингом. Изи. Ау! В кусты, в кусты, в кусты, в кусты я спрятался. Меня здесь нету. Ха! Блин, ладно, спалили. Спалили. Буду драться ей тогда. Тюф-тюф. Я тоже жесткий. Эх, хотя первого уровня, но наношу неплохо урона. Меня, правда, могут убить. Здоровья! Здоровья! Ой-о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 й. Фух. Еще бы чуть-чуть, и это был бы конец. Вселюсь пока в лучника, пожалуй. Ну нафиг, стрёмно. Так, что умеет делать лучник? Суперстрела. Еще суперстрела. Либо обычные стрелы, ну понятно. Это, видимо, отравленные, да? На вторую кнопку. Ладно. Ну, где враги? Нет никого. А, вот. А. Ну, блин, как-то не очень. Хотя, смотрите-ка, если быстро атаковать, они даже не успеют ко мне подойти. А, ловушки я могу ставить еще, прикольно. Оп. Я удрал. Ова, хорошо. Ай, блин. Черт побери, прыгай, прыгай, убегай. Бочку быстрее. Хорош, 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 все горят. Отлично. Быстрей. Все горят, и я выбираюсь и убиваю их. Давай, давай, давай. О, она прыгать, кстати, не умеет, друзья. Я вот что заметил, она не умеет прыгать. Ладно. Вселяемся в следующего. Берсерка, он мне нравится больше всего, хоть он и без шляпы, но тоже хорош. Надо будет попробовать еще и мечником немного посражаться. И каких размеров здесь уровни, интересно? Быстрота и смертоносность. Мне, походу, нужно продержаться 1,5 минуты, и тогда я выиграю. Мне кажется, так это будет. Да что с вами не так? Чего ж вас так много-то? Я хотел вас, ну... Нет, я не хочу. Ай-я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 й
Серьезно? Я не прокачался даже. Вот тебе и на, расслабился, ладно. Окей. Больше таких ошибок я не допущу. Ого, вот так шлем. Стоп, а почему я начинаю не сначала? Где ты его взял? Ну, сам не знаю, просто как-то проснулся, а он тут. Неплохо. Ну ты же знаешь, да, на, что на самом деле... Ай! Не было рогов на самом деле, короче, он говорит об этом. Блин, какие-то викинги жесткие. Мы же вроде как должны друг с другом дружить, я так полагаю, а не сражаться. Ладно, возьму чувака со щитом в этот раз. Буду действовать гораздо аккуратнее и намного быстрее. О, так еще и женщина, прикольно. Может быть, в бочках будет новое оружие какое-то лежать? Все разрушать, если буду, то это будет долго. Ладно, побегу дальше, просто буду сражаться. А, удар щитом есть, понятно. Ну что, погнали? Надеюсь, я дойду до того места быстро. Пу-пу-пу, они даже ничего не смогли сделать. А я, по-моему, начал, друзья, не с самого начала, посмотрите-ка. Сразу много очень этих орков, гоблинов. И никто мне ничего не может сделать. Мне нравится чувак с мечом гораздо больше. Ну, в данном случае, чувиха. Зашибись. Как узнать, сколько осталось до конца уровня? Вот что мне интересно. Непонятно. Никакой полоски нету до следующего левела. Понятно, сколько мне вот до конца уровня? Игрового уровня. Непонятно. Ну, блин, левел, уровень. До поднятия боевой мощи моего персонажа. Понятно, сколько? А до конца уровня непонятно. Вот о чем я. Так, поскольку по 100. Мне нужно 8000, да, я так понимаю? Ладно, наберу быстро, думаю. Если не буду тупить, не буду ничего пропускать. 80 всего лишь чуваков надо убить. Это не так уж много. Тем более, дохнут они очень быстро. Да, ловушек много. А, все. Опыт, 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 опыт. Ну, того стоит, не стоит. Отлично. Ловушка захлопнулась, но не сработала, потому что я круче, чем ловушка.
Давайте, следующая партия. Подходите. Пух, пух, пух. Пфф. Изи. Почему тогда я так быстро сдох? Я не понимаю. Вроде бы все тоже было хорошо. Оглушение. Сразу толпу бьем. Да, оглушение это очень крутой скилл. Гораздо круче, чем берсерк. Урона, по-моему, столько же, а жизни побольше. Да и оглушение есть, и щит. Все-таки да. Не зря я выбрал именно ее. О, еще и шлем появился. Зашибись. Мне бы оружие новое. Быстрота и смертоносность. Да, я начал не с самого начала, друзья. Я начал не с самого начала, и у меня у валькирии моей будет полный запас здоровья. Следовательно, я когда потеряю тело, еще буду жить. Давай, давай, вселяйся. Отлично. О, другое дело. Хорош. А, у меня еще есть рывок. Почему я не использовал его раньше, я не знаю. Ну, затупил. С кем не бывает. Первая волна пройдена. Сколько этих волн здесь будет, блин? Давайте, даже говорить особо ничего не хочется. Стремно, потому что. Давай, просто стою и рублю всех, зашибись. Удираем. Сражаемся. Здоровье, поймал. Удираем. Фух. Еще одна волна пройдена, я надеюсь. Да, вторая волна пройдена. Осталась последняя, всего лишь 27 секунд. Надо бы продержаться. 27 секунд, это немного. У меня еще у валькирии здоровье есть. Продержусь. Главное, рубить кустики вовремя и собирать здоровье. А стоп, по-моему, это все? Больше не будет врагов? Просто какой-то усиленный траппер и все? И вот победить легко. Давай. Пух! Пф. Третья волна пройдена. Да стоп. Одна секунда уже осталась. Все. Хорош. Отметелил всех. Конец. Скажите, что мне конец. Нет, мне не конец. Но я говорил не про свой конец, я говорил про конец ваш. Ай. Давай. Бум. Вот это я понимаю. Вселиться бы сейчас побыстрее, пока враги не пошли. Сколько опыта нужно было собрать, я не собрал. Ну что, 13350 опыта. Зашибись. Дополнительные сведения. Ну, понятно. Уровень пройден. И я хоть немного прокачался или нет? А ну-ка. Нас вызывали. Их можно прокачивать. Смотрите, у них будет появляться оружие, щиты и копья. Мне нужно собрать своих сестер валькирий. Но у вас же еще мало опыта. У тебя даже настоящего имени нет. Ну да, нету. А что делать-то? Валькирия может заработать имя, только совершая подвиги. А что, не совершил подвиг разве? Иди покажи себя. Пусть тот, кто был никем, станет героем. Ну я и так уже целую армию гоблинов, орков перебил. Что вам еще от меня надо? Yes, прокачался. Все-таки прокачался. Ну-ка. Что за улучшение там? Так, смотрим. Соседское приветствие дает одну единицу характеристики за каждую соседнюю руну. Быстрота ветра. Ускоряясь, викинг создает торнадо, оглушающий ближайших врагов. Притягательность. Слава сама притягивается к викингу. Вот что мне не хватает. Глубокие карманы. Умирая, викинги с вероятностью в 35% оставляют после себя зелья, которые в противном случае были бы утеряны. Пустое место. Добавьте 2 единицы каждой характеристики. Короче, я не понимаю, что это за руны. Нафига не нужны? Нужны навыки. О, во. 10 к духу, 10 к защите. Дух, защита, атака. А, я не прокачал ничего. Стойте, как не прокачал? Ладно, пока, друзья, на этом все. Если что, мы с вами продолжим. Ну а пока, с вами был Перпетум или же Александр. До новых встреч, друзья. Всем удачи, всем пока. И... Во славу Вальгаллы! Пока, друзья! Пока!